Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать Noize MC Мизантроп рэп. О, снежок. Что-то где-то это видела. Пригласить на сцену Noize MC. Встречайте! Да здравствует, Факойл! Да, приятно так петь, когда люди там едят. Как-то, мне кажется, немножко это... Не всем это дано. Недаром он тут про это, наверное, споет сейчас. Типа, как вы достали. Живущий вам небес набирает вес и вылезать отказывается наотрез. Мой каждый новый стресс — это то, что он с огромным аппетитом ест. Мой мозг перегрет, как реактор АЭС. Я готов нажать на кнопку ЕС в окне с вопросом: хотите ли забацать ядерный гриб охуительный? Прощай, человечество, rest in peace. Я щелкаю мышью, но ком завис, и я лезу к системному блоку вниз. Чтоб нажать на сброс и на ЕС, надо бить на бис. Цивилизация вредный лишай на теле планеты. Поскорее дождаться бы светлого праздника, конца света. Когда закончится место на всех компьютерах мира, когда моторы сожгут нефть, и от нулей олигархов останутся только дыры, только тогда я уйму свой гнев. Когда закончится место на всех носителях мира, когда моторы сожгут нефть, и от нулей миллиардов останутся только дыры, только тогда я уйму свой гнев. Мегаполис — это тесный барак, человек человеку тут враг. Дурак дураку говорит: ты дурак. Вот так начинается любая из драк. Рождаемость падает, но это пустяк. Все равно мы плодимся как рак, как макулатура с напечатанными на обложках фамилиями модных бумагомарак. Информация — это сорняк, и новым идеям уже не прорасти. Все это уже кто-то сказал до меня. Если это был ты, то ты тоже не первый, прости. Цивилизация вредный лишай на теле планеты. Поскорее дождаться бы светлого праздника, конца света. Когда закончится место на всех компьютерах мира, когда моторы сожгут нефть, и от нулей олигархов останутся только дыры, только тогда я уйму свой гнев. Когда закончится место на всех носителях, эй, резненькая музыка с картинками, и от нулей миллиардов останутся только дыры, только тогда я, только тогда я, только тогда. Какая-то экологическая музыка. Экологически вроде как правильная песенка, но что-то, в общем, короче, все это, все в одну кучу свалил, и что-то даже не поняла, что он хотел этим сказать. Как-то он этот итог не подвел. Ну, знаете, Noize MC, он всегда был умненький, всегда было о чем сказать, и даже тут полунамеки те, которые, в общем-то, я не поняла. Ну, в смысле, полунамеки-то поняла, но картинка не сложилась. А вот, тоже говорит о том, что он человек мыслящий, ему есть что сказать, и нам есть что послушать. В общем, короче, Noize MC мне нравится всегда во всех интерпретациях, даже тогда, когда он скачет по столу в грязных кроссовках, там, где едят люди. Всем пока. Кстати, заметь, раньше у нас на канале постоянно был один Мияги. Сначала Оксимирон один. Вообще был, обещали, потом, что он начнет что-то там. Потом Мияги, а теперь один Noize MC у нас на канале. Да, вообще, если посмотреть, все наши, я помню, что мы там Оксимирона, Макс Коржа, у нас как-то вот кто там, Мияги, было больше уклон туда, да? Ну там, а сейчас вот Моргенштерн у нас лидирует всегда. Ну, да, то есть да, вообще, мне кажется, из всех, кто, кого мы сейчас, самый популярный — Моргенштерн. Уже больше никого. Он тут в список Forbes вошел. Да? В топ там 100, что ли, людей до 40, типа, которые... Вообще, чудо природы. Моргенштерн — чудо природы. Вот. Ну, с другой стороны, он нам помогает раскручивать наш канал. А мы иногда, может быть, помогаем раскручивать его. Ну, в общем-то, на этой веселой ноте всем пока.